Сегодня я покажу прием стягивания отверстия внутри круга. Для этого возьмем ниточку и обернем ее вокруг указательного пальца, так чтобы она свободно висела на пальце. Затем крючок вдеваем, так как я показываю, под нитку, захватываем рабочую ниточку и протаскиваем ее. Затем захватываем еще раз и протаскиваем через эту петельку. Вот у нас готова первая петля. Теперь вязание с пальца можно снять. И дальше мы вяжем первый ряд, так как нам необходимо связать по схеме. Допустим, я вяжу 9 столбиков без накида. Вот это будет второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Вот первый ряд связан. Теперь его нужно стянуть. Для этого за конец ниточки мы дергаем, и кольцо затягивается. Мы затягиваем его как можно более плотнее, чтобы не оставалось никакой дырочки. Вот у меня уже это сделано. И дальше завершаем вязание первого ряда. Как обычно, продеваем крючок в следующую петлю и провязываем соединительную петлю. И вот первый ряд вязания готов. И, как видите, в центре нет никакой дырочки. Этот прием незаменим при вязании пуговиц. А также он часто очень используется при вязании миниатюрных игрушек в японском стиле, которые носят название амигуруми.